Беларусь расширила производство молочной продукции. Сейчас в ассортименте 1800 наименований товаров, значительная часть из них – сыры. Наши предприятия выпускают 380 сортов, готовые и к импортозамещению. Освоены итальянские рецепты рикотты, крем-чиза, маскарпоне и моцареллы. В стране утвердили график переноса рабочих дней в 2023-м. Так, за 24 апреля, понедельник, белорусы будут трудиться в субботу 29-го. Выходные ждут с 22 по 25-е. За 8 мая выйти придется 13-го, вместо 6 ноября – 11-го. Организации с учетом специфики производства могут самостоятельно устанавливать иной график. В городе участились случаи бытового насилия. С начала года 73 преступления. Среди них тяжкие телесные, умышленные истязания и угрозы убийства. Правоохранители напоминают, если вам стало известно о конфликтной ситуации, обязательно сообщите об этом в органы внутренних дел. Круглосуточно можно обращаться по номеру 102. В Бобруйске зарегистрировано два случая отравления мухоморами. Молодые люди решили попробовать грибы в качестве лечения. В результате оба оказались в реанимации. Тошнота, рвота, обильное потоотделение, слюна и слезотечение – первые признаки попадания токсинов в организм. Самое главное – вовремя обратиться к специалистам. В Бобруйске 5 ноября отметят 200-летие со дня основания собора Александра Невского. Божественная литургия запланирована на 10 часов. В 11:30 состоится заупокойное богослужение по почившим воинам, которое возглавит патриарши экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин. Адрес: улица Теодора Нарбута, 14.